Друзья, всем привет! И с вами снова Алексей. В предыдущем видео я обещал сделать очередной девайс для мастерской. Свое обещание я сдерживаю, так что присаживайтесь поудобнее. Видео будет небольшим, но познавательным. И досмотрите ролик до конца, все самое интересное будет там. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы узнать о следующих видео. Ну а я буду начинать. Ну а за основу сегодняшней самоделки у нас будет такая полоса, кучка болтов с гаечками. Есть у меня такой немножко эскизик, по ним будем изготавливать нашу самоделочку. Все размеры я в натуральной ветчине начертил. Сейчас будем их переносить на наш металл. Да, вот такой вот рез получается ровненький. Кто не видел данный девайс, который я сделал для болгарки, для ровного отреза, можете посмотреть видео. Ссылочка будет в описании. Нам понадобится каждого элемента по две штуки. Так, ну сейчас все соберем, разметим, будем сверлить отверстия. Так, ну размечаем. Я взял примерно сантиметр. С каждой стороны все это разметим. Так, ну теперь все это закерним нашим импровизированным керном, сверло. Ну то, что есть. Обессудьте. Сейчас рассверлим все это побольше, восьмерочкой. Ну, в общем, не стал я ваше время затягивать. Я все просверлил, немножко края закруглил, так своеобразно. Ну и каждую так. Самый блин у нас пока в сторонке стоят. Смотрите до конца, что получится. Ну давайте начнем собирать, подгонять конструкцию нашу. Вот, ребят, невидимая зверюха получилась, змейка. Что это? Есть какие-то у кого предположения, что можно из этого сделать? Я пока вот не знаю. Но будем сейчас продолжать дальше. Какая-то фигня. Ладно, сейчас попробуем. Немножечко возьмем сварки и попробуем придумать дальше. В общем, я взял такую пластину, кусочек, уже было с готовым отверстием, 15,5 сантиметров кусочек, и вот приварил, ну прихватил на прихваточке пока временно. Сейчас надо будет нам приварить
две короткие пластины под прямым углом сюда. И, то есть вот таким образом. Вот. Так, сейчас берем два коротких кусочка. Ставим сюда две пластиночки, чтобы выровнять можно было, потому что будем приваривать. Уравняем. Ну и, конечно же, не обойдемся без определенной гайки. В общем, сварил я, носик приварил. Получается, какой-то нос приварил, какой-то теперь кран у нас получается. Но это далеко не кран. Просто я так понял, что вот этот механизм посерединке надо убирать. Сейчас возьму вот такую вот пластину и из нее буду делать дальше детали. Так, теперь конструкцию все разбираем. Гайки, конечно, будут все поменены. Это сейчас пока собираю все временно. И на нашей полосе будем делать разметку. Так, ну в общем, я сварил вот такую вот ручечку. Немножко, конечно, пришлось доработать. Подрезал, подшлифовал, две дырочки просверлил. Так зашлифовал, все проварил. Во всех местах все это шлифанул, чтобы уже можно было покрасить. Вот. Ребят, я сейчас, в общем, все это разберу, покрашу. Но хочу все это зарисовать, сделать размеры. Все это сейчас пронумерую. Кому будет интересно, какие размеры, что, пишите в комментариях. Я постараюсь вам все размеры дать. Сейчас подписываем все детали. Это у нас будет под номером 1, номер 2. Ручка будет у нас номер 3. Это будет 4. И самая нижняя будет 5. Всего 5 деталей. Так, ну все высохло. Теперь приступим к сборке. Так, ну теперь все затянем. Теперь возьмем 4 самореза и заранее подготовленные отверстия все это закрутим. Это для фиксации будет нашей приспособы.
То есть ее можно в любом месте, на любую деревянную конструкцию, взял и прикрутил. Но если нету деревянной конструкции, я думаю, есть струбцинки, можно будет струбцинки. Ну что, будем тестить, попробуем. Так, ну теперь смотрим. Можно со столом вместе. Мы берем дрель, которую мы сверлим. И никуда это не убежит. Ничего держать руками не нужно. Захотел, отпустил. Вот возьмем металлическую штучку. Вот так, чтобы было туда. Все. Все на месте, все жестко. Так, зафиксированный металл теперь можно брать. Все, никуда он не шевелится. Сейчас покажу, что могло быть, если бы не было бы этой штучки. Она начинает крутиться, ее надо держать чем-то. Так мы себя обезопасиваем. Так что всем спасибо за просмотр. Так что вот такая вот штука получилась. Ставим лайки, подписываемся. Не забываем оставлять комментарии. Да, кому будет интересно размеры, я могу написать. Так что пишите, комментируйте. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы узнать о следующих видео. Спасибо. Пока-пока.